Здравствуйте, в эфире передача «Наш город», в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Как ни странно, главным событием прошедшей недели стало обсуждение дальнейшей судьбы «Бань Заречная». Хотя чему тут удивляться? Для русского человека баня – это без преувеличения место сакральное. Поход туда – это целый ритуал по своей сложности, сравнимый с китайской чайной церемонией. Поэтому случайных гостей или тех, кто только начинает приобщаться к банной культуре, видно сразу. Вокруг каждой бани со временем складывается костяк постоянных посетителей, для которых это уже не просто место, где можно помыться, а такая же часть жизни, как дом или работа. Нет, с работой я, пожалуй, все-таки привел неудачное сравнение. В общем, важность бани для города и горожан переоценить сложно. И, к сожалению, так получилось, что одна из них недавно закрыла свои двери. По банальной причине. Здание пришло в негодность, а для ремонта нужны немалые деньги, которых, как известно, вечно не хватает. Вопрос дошел до депутатов, и судьба заречных бань стала одной из главных тем очередного заседания думских комитетов. В том виде, в каком сегодня находится заречная баня, функционировать они не могут. Это видно и невооруженным глазом. Плюс ко всему есть предписание от санэпидемстанции. Чтобы устранить все замечания СЭС, необходимо минимум 8 миллионов рублей. Это примерный подсчет на то, чтобы сделать точную смету, средств тоже нет. Поэтому шансы на открытие заречных бань после летнего перерыва весьма призрачны. Поскольку денег нет, то она так и будет стоять закрытой. И, скорее всего, не изыщутся средства для того, чтобы ее открыть, ну, например, в сентябре. Скорее всего, с учетом складывающейся обстановки, деньги эти так и не будут изысканы, поэтому предприятие будет вынуждено содержать это здание, которое не будет вести деятельность. Напомним, заречные бани закрыли чуть более 2 недель назад с поправкой на летний период. Но если финансы на их ремонт не будут найдены, период этот может затянуться надолго. На выездном заседании директор бань Сарова Ирина Назарова сообщила, в плачевном состоянии находятся все 3 муниципальных бани, и каждая требует серьезных вложений. Поэтому рассматривается вариант продажи здания на Зернова 20. Планируемый доход – 16 миллионов рублей. Деньги пойдут на то, чтобы устранить замечания СЭС в боровых банях и вывести центральные на конкурентоспособность. Деньги будут направлены в первую очередь на ремонт помещений люксов. Предполагается, что возможно будет увеличение их количества за счет сокращения площади каждого конкретного люкса. Возможно увеличить их количество, чтобы привлечь большее количество посетителей. Идея не пришлась по душе горожанам. В обращении к администрации они собрали порядка 700 подписей против закрытия бань. Саровчан поддержали и депутаты. С тем, что бани в ненадлежащем состоянии требуют ремонта, согласны все. Главный вопрос – почему здание довели до такого состояния? Знал давно, почему в прогнозе социально-экономического развития города эти проблемы нашли отражение. Я вот удивляюсь вообще, как туда кто-то входит в эти декорации. Извините меня за... я не знаю, если 25 лет ремонтов не было, это называется просто доведение, выжили все соки, выкинули это здание, а сейчас говорят, нам это не рентабельно. Ребята, надо вкладываться. Если вы хотите, чтобы оно работало. Финальную точку в споре о судьбе заречных бань пока не поставили. Депутаты запросили у руководства МУПа точные расчеты затрат на ремонт здания, бухгалтерские балансы и стратегию развития. Получив и в дальнейшем изучив эти документы, народные избранники вновь вернутся к этому вопросу. Мы свою точку зрения высказали. Дальше вы и направим вам запрос. Если у вас как бы есть желание и возможность как бы после этого всего продать вам, но это ваше будет право. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. К сожалению, одними банями число проблемных объектов в Сарове не ограничивается. Больше года назад здание 10-й школы, которое находится по адресу Шверника 19, признали аварийным. Проводить занятия в здании стало невозможным, и чтобы не прерывать учебный процесс, детей временно расселили по другим школам. Ребят приютили оба саровских лицея, 3-й и 15-й, а также 7-я школа. С тех самых пор педагоги и ученики ждут возвращения в родные стены. Однако не все так просто. Капитальный ремонт здания до сих пор не начался. Все документы готовы, но, как и в случае с банями, ребром стоит вопрос финансов. Обеспокоенные мамы и папы учеников 10-й школы обратились за помощью в нашу редакцию. Школьный двор и коридоры пустуют. Детей уже давно раскидали по другим школам старого района. Каждая семья привыкала к новым условиям, как могла. И вот сегодня, когда прошло уже больше года с момента признания здания 10-й школы аварийным, у родителей появился повод встретиться и обсудить насущные проблемы. За целый год каждое утро вопрос об одном и том же. «Мама, я хочу в свою школу, я туда идти не хочу».
Здание школы, построенное еще в советские годы, не выдержало и дало огромные трещины, которые заметны и невооруженному глазу. В плане капитального ремонта заложена их стяжка, а также утепление и реконструкция фасада, замена окон, тщательный внутренний косметический ремонт и обновление материально-технической базы. Только вот когда начнется ремонт и когда дети вернутся в родные стены? На последней встрече Алексей Викторович Голубев обозначил сроки именно начала обучения наших детей после капитального ремонта здания 10-й школы с 1 сентября 2019 года. Задуматься о ремонте школы нужно было уже давно, практически единогласно заявляют родители, особенно те, кто живут рядом и уже в течение нескольких лет наблюдают, как здание ветшает и приходит в негодность. Проблема не только в нашей школе, потому что это случилось не вчера, не мгновенно. Школу довели до такого состояния. Школу не могут отремонтировать. К сожалению, экстренный переезд в чужие стены негативно сказался на успеваемости, адаптации, привыкании к новым условиям и другие факторы. Сегодня некоторым ребятам приходится преодолевать пол старого района пешком, чтобы добраться до места учебы. Первый класс вот у нас, мы сейчас идем, мы будем заниматься на базе третьей школы. Ну, это как подсобное помещение. Да. Вот как? Вот я как бы специально ребенка оставлял вот наш дом, чтобы мы ходили вот сюда, чтобы меньше дорог, меньше всего. Как вот мне сейчас его водить в первый класс туда? Нам же детям иногда приходится сидеть в актовом зале, просто учиться, а писать на коленях, на стульях, когда там в гвозди впиваются в спину или в ноги, тоже не очень приятно. И сама седьмая школа, поскольку здание тоже не совсем новое. К счастью, переехать из аварийного помещения 10-й школы удалось за считанные дни. Но на первое время в 7-й школе была даже введена вторая смена, которую удалось отменить благодаря слаженной работе педагогов и родителей. Параллельно с вопросами организации учебного процесса сразу в трех точках, руководству школы пришлось погрузиться в тему финансирования капремонта. Нам обозначали сумму в 135 миллионов, причем будет осуществляться мероприятие по программе софинансирования. 30% за счет местного бюджета и 70% за счет областного бюджета. То есть местный бюджет сегодня готов принять на себя нагрузку. Эти деньги выделены для капремонта. Вопрос за областным финансированием. А пока родители обсуждают свои проблемы в соцсетях и любым образом стараются привлечь внимание общественности. Специально для этого на экстренное родительское собрание пригласили представителей городских СМИ. Часть городских проектов была немножечко отодвинута на другие планы, потому что школьное образование – одно из самых важных. Поэтому в этом году уже выделены средства на проведение тендера для проведения ремонтных работ. Официальные комментарии по вопросу капитального ремонта 10-й школы администрации города обещает дать в течение этой недели. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. 30 мая 1984 года в Квебеке от почечной недостаточности умер 31-летний бортпроводник компании Air Canada Гаэтан Дюга. Позже врачи и исследователи назовут этого человека нулевой пациент. Именно с него в Северной Америке, а затем и по всему миру началась эпидемия ВИЧ-инфекции, о которой в наше время не слышали разве что жители индейских поселений, затерянных в лесах Амазонии. Проблема приобрела планетарный масштаб. И ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти жертв СПИДа. Миллионы людей во всех странах организуют различные мероприятия для того, чтобы почтить память умерших и дать возможность живым задуматься о том, что эпидемия СПИДа так или иначе может коснуться каждого из нас. Как этот день прошел в Сарове, расскажем в следующем репортаже. В настоящее время в мире насчитывается около 50 миллионов носителей вируса иммунодефицита человека. И это только те, кто знают о своей болезни. Почему важно вообще говорить об этом? Потому что на данный момент более 35 миллионов жизней это заболевание унесло. Ежедневно от СПИДа умирает около 7 тысяч человек, и из них, к сожалению, около 1000 – это дети. Это должен знать каждый, считают активисты нашего города. Поэтому с 11 по 20 мая клуб волонтеров «Инсайт» совместно с ресурсным центром добровольчества объявили в нашем городе информационную декаду, посвященную Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Главная задача – рассказать молодежи о том, что это за заболевание и в чем разница между ВИЧ и СПИДом. ВИЧ-инфекция отличается от СПИДа тем, что СПИД – это уже последняя стадия ВИЧ-инфекции, ее уже не остановить. ВИЧ – это неизлечимое заболевание, но существуют препараты, способные затормозить распространение инфекции в организме и позволить человеку и дальше жить нормальной привычной жизнью. Ключевую роль в борьбе с ВИЧ выполняет своевременная диагностика этого заболевания. ВИЧ-инфекция поражает иммунную систему, и из-за этого, если это никак не останавливать, можно заболеть СПИДом.
И со СПИДа можно умереть даже от простуды, поэтому, я думаю, очень важно знать, ВИЧ положительный или отрицательный. Но самая большая проблема ВИЧ-инфицированных в восприятии своего нового статуса и в отношении общества к ВИЧ-положительным людям. ВИЧ-инфицированные зря их дискриминируют, потому что через всякие прикосновения или в быту это никак не передается, это может передаться только через кровь или половой контакт, так что они не опасны. ВИЧ передается лишь тремя способами – через кровь, незащищенный половой контакт с носителем вируса и от матери к ребенку. На сегодняшний день ВИЧ изучен хорошо, и развитие заболевания научились сдерживать. Однако это не делает его менее опасным. А потому каждый человек должен знать, как передается ВИЧ и что делать, чтобы не заразиться им. Мария Рунич, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Иногда даже самые благие намерения оборачиваются большими проблемами. Но, казалось бы, что может быть плохого в желании покормить животных, которые волей судеб оказались на улице? Оказывается, не все так просто. И речь идет вовсе не об эстетической стороне дела. С канализационным люком, который присыпан остатками еды, мириться можно, хоть и с трудом. А вот с теми, кто там любит пировать по ночам, свыкнуться уже сложнее. Домашние животные давно уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но, к сожалению, случается так, что быстро наигравшись с котенком или щенком, люди выбрасывают вчерашних любимцев на улицу. В нашем городе много неравнодушных, которые не могут пройти мимо бездомных животных. Подкармливают их зимой и летом. Но суп или хлеб недельной давности, оставленные где-нибудь во дворе или на канализационном люке, не лучшая еда для кошек и собак. Зато ее очень любят крысы и тараканы. Люди, когда выкидывают на крышке люка там какое-то безобразие, которое мало того, что пахнет, разлетается, вороны тут слетают, грачи бегают, вот разные кошки, собаки, которые, в принципе, почти не едят это. Это больше, наверное, птицы едят. Тут же вечерами могут прийти и мыши, и крысы, которые у нас в городе тоже есть, просто мы их не видим. Это все-таки ночные животные, но они существуют. Еще и вышли черные тараканы, которые тоже живут в этой среде, и они не будут размножаться, если их, ну, то есть как эта популяция будет сохраняться, если их не начнут мы искусственно прикармливать. ТИФ, чума, бешенство, геморрагическая лихорадка – это лишь малая часть болезней, которые переносят крысы. Золотистый стафилококк, сальмонеллу, вирусы гепатита, менингококковую инфекцию, тараканы. Было в свое время несколько обращений, что у нас крысы в районе пруда Борового. Мы сейчас ежегодно, вот уже четвертый год, обрабатываем эти территории против крыс и мышей. То есть борьба ведется с ними. Против тараканов ведется борьба непосредственно, что они не по, ну, ползают не по улицам, а в определенных местах. Если вам не безразлична судьба бездомных животных и вы хотите помочь им, то делать это надо так, чтобы не мешать окружающим и не создавать опасных ситуаций. Подкармливать их подальше от детских площадок и других мест, где проходит много людей. Покормили животного, уберите за собой, но не оставляйте тарелочки, блюдца или просто так накиданное, потому что тут следом и мухи, потом осы. В нашем городе работает приемник для животных «Подари жизнь», который по возможности принимает в свои стены бездомных кошек и собак, помогает в стерилизации и поиске нового дома. Вы всегда можете помочь им кормом и лекарствами, а может быть даже найдете там своего четвероногого друга. Наталья Петрунина, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Неделю назад мы отметили 73-ю годовщину Великой Победы. О событиях тех лет можно узнать из учебников, кино и других хроник. Но только воспоминания людей, на долю которых выпало жить в то страшное время, могут передать подлинную историю военных лет. Саровская общественная организация «Дети войны» выпустила второй сборник воспоминаний под названием «Дети войны и победы. Опаленные войной», в которую вошли рассказы более 30 ветеранов. Сложно представить, что эти убеленные сединами бабушки и дедушки пережили в свое время. Разрывающиеся под окнами снаряды, издевательства фашистов, смерть самых близких. Они собственными глазами видели все ужасы войны. И, готовя очередной сборник воспоминаний, редакторы обратились к последним свидетелям Великой Отечественной с просьбой стать соавторами книги. Мне звонили, и все делились своим воспоминанием. Всем хотелось поделиться, вспомнить о своем детстве. Может быть, они все это знали, помнили, но не с кем было поговорить. По словам Надежды Викторовны, многие нашли в себе силы рассказать о своем детстве, которое было омрачено холодом, голодом, бомбежками, и написать рассказы и очерки в назидание подрастающему поколению. Приносили фотографии семейного архива, наброски, черновики своих рассказов и стихов. У пожилых людей, которым сегодня за 73 года, уже было такое желание кому-то рассказать о своем тяжелом детстве.
Очередной сборник увидел свет в этом году и вышел тиражом 300 экземпляров. На торжественной церемонии презентации книги получили авторы воспоминаний, библиотеки города, учебные заведения и различные общественные организации. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Выбор профессии – один из самых важных, с которым человек сталкивается в своей жизни. Хорошо, когда ты уже с детства знаешь, чем бы хотел заниматься во взрослой жизни, но такое бывает редко. И поэтому зачастую старшеклассники стоят на распутье, делая выбор в самый последний момент. Это не лучшая тактика, тем более, когда у ребят есть возможность лично пообщаться с представителями высших учебных заведений. Школьникам из Сарова для этого даже не нужно никуда ездить. На минувшей неделе, чтобы помочь ребятам определиться с профессией, в наш город приехали специалисты одного из старейших вузов области. Меньше месяца осталось до первых экзаменов. Выпускники на финишной прямой. А это значит, что совсем скоро им предстоит принять одно из главных решений в жизни – выбрать специальность и вуз. На помощь абитуриентам в нелегком выборе пришли специалисты Нижегородского политеха и провели для старшеклассников профессиональное тестирование. Профконсультанты Нижегородского университета проводит профориентационный тест и затем профконсультацию, на которой помогает ребятам взвесить свои способности, сильные и слабые стороны, скорректировать свои желания в соответствии с полученной информацией и в конечном результате определиться с выбором специальности. Старшеклассникам предстояло ответить почти на 200 вопросов об интересах, особенностях личности в специальной программе. Программа оценивает уровень способностей, интеллект, сферу интересов. И на выходе выдается заключение, по которому работает профконсультант. Задача психолога – интерпретировать сухую статистику, которую выдал компьютер, и помочь школьнику определить его сильные и слабые стороны. И уже исходя из интересов старшеклассника, особенностей его характера, выявить способности ребенка в той или иной области. Способности, которые позволяют ребенку действительно вот в чем-то быть успешным, это его ресурсность, это его возможность состояться. И здесь уже объективные данные, не только хотеть, но и мочь что-то делать. А для тех, кто уже определился с выбором будущей профессии и вузом, декан факультета довузовской подготовки Нижегородского технического университета рассказала о правилах приема в учебное заведение и некоторых нюансах, связанных с учетом дополнительных баллов за призовые места в Олимпиадах. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. 19 мая отмечают День пионерии. В преддверии этого праздника в Сарове по традиции отмечают наиболее отличившихся ребят, которые в течение года учились в школе пионерских профессий и самостоятельно проводили различные мероприятия. Во Дворце детского творчества прошло торжественное награждение членов Союза детских организаций «Сияющие звезды». Пионеры и вожатые подготовили музыкальные выступления. А самые выдающиеся активисты были отмечены сертификатами и патентами. Более 200 сертификатов вручили новичкам, которые освоили одну из пионерских профессий и выполнили ответственные поручения. Награждая активистов детской организации «Сияющие звезды», представители администрации вспомнили свое пионерское детство. Хорошее дело пионерия. Учить только самому хорошему, что надо быть первым, надо быть добрым, надо всем помогать. 56 активистов получили патенты о том, что они не только сами освоили нужную профессию, но и обучили ей других. А те, кто имеет в своем портфолио и сертификаты, и патенты, получили звание инструктора. Современная детская организация, как преемница пионерской, постоянно привносит что-то новое в свою деятельность. Мы взяли лучшие традиции пионерские, нашу символику пионерскую оставили. Ну и, конечно, время не стоит на месте, идет вперед. И каждый пионер, новый пионер приносит в Союз что-то свое, новое, современное, новые технологии. Александру Молокову на торжественной церемонии удостоили звания инструктор коллективно-творческих дел за активную деятельность в школе и участие в городских мероприятиях. Девочка ни разу не пожалела о том, что несколько лет назад вступила в ряды пионеров. Детская организация сделала ее жизнь насыщенной событиями и интересными общественными делами. Для меня быть пионером – это значит быть первым, все время держать свое слово и быть ответственным, выполнять поручения, которые тебе дают. Традиционно наградили и старших вожатых, которые собственным примером ведут за собой своих подопечных и воспитывают в юном поколении активную гражданскую позицию. Я думаю, что это самая интересная и увлекательная профессия. И желаю всем вожатым полета в делах, в их мыслях и всегда не переставать мечтать. Ведь мечты сбываются. Помимо награждения всех участников, вечера ждал небольшой концерт. Творческую программу для зрителей подготовили школьники из пионерских и детских дружин и отряд старших вожатых «Гелиос».
Празднование, посвященное Дню пионерии, продолжится 18 мая. В 6 утра на лыжной базе начнется программа «Пионерский рассвет». А вечером всех желающих ждут на площади возле Дворца детского творчества на концертной программе. Елена Грицкова, Артемий Гладков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Сайт «Саров-24» предлагает всем желающим принять участие в фотоконкурсе. Для этого необходимо сделать селфи или любой другой снимок на фоне жилищного комплекса «Саровская ривьера» в районе поймы реки Сатис. После этого фотографии с хэштегом «Саровская ривьера» нужно опубликовать в социальных сетях или прислать на электронную почту info@sarov24.ru до 15 июля. Победитель, которого определят до 1 августа, получит электросамокат к Xiaomi. Как же приятно летним днем прокатиться на самокате по Саровской ривьере. Особенно это приятно делать на чужом электросамокате. Чей он? Возможно, твой, возможно, твоего друга или той девчонки, которую ты лайкаешь фотки в Инстаграме. Канал 16 совместно с сайтом sarov24.ru запускает конкурс на лучшую фотографию, сделанную в наикрутейшем жилом комплексе Саровской ривьера. И вот подробности конкурса. Ты делаешь фотку на набережной, на парящих лавочках или даже из окна своей новой квартиры вот в этом доме и выкладываешь в любую социальную сеть с хэштегом «Саровская ривьера». Вот и все. Учитываться будут только те фотографии, которые будут выложены с 15 мая по 15 июля, а в срок до 1 августа мы обязательно подведем итоги. И, кстати, автор лучшей фотографии получит вот этот вот самокат. Фото может быть любым. Селфи или групповое, случайное или постановочное значение имеет только дата съемки и красота архитектуры жилого комплекса «Саровская ривьера». Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте sarov24.ru. И если ты не пришлешь нам фото, я буду ездить на самокате сам! В физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» прошел первый хоккейный матч всех звезд Нижегородской области. На льду встретились чемпионы области высшей и первой лиг – Дзержинский «Уран» и ХК «Саров Инвест». Напомню, в этом сезоне наша команда произвела настоящий фурор в любительском хоккее. Большинство соперников были повержены с разгромным счетом. Не стал исключением и финальный поединок за звание чемпиона, в котором со счетом 21-7 саровчане одолели своих визави из Сеченова. Победа в чемпионате вывела «Саров Инвест» на новый уровень, и теперь клубу предстоит биться с гораздо более серьезными соперниками, первым из которых и стал Дзержинский «Уран». О том, как прошел этот зрелищный поединок и что происходило после него, расскажем в следующем репортаже. На льду Нижегородского «Фока» встретились триумфаторы этого сезона. Победители областной высшей лиги команда «Уран» из Дзержинска и чемпионы первой лиги клуб «Саров Инвест». Организаторы подготовили для спортсменов мастер-шоу. Хоккеисты принимали участие в эстафете, определяли, кто из них самый точный, а также старались забить самый эффектный булит. Сразу после мастер-шоу лучшие команды области встретились в товарищеском матче. Хоккейному клубу «Саров Инвест» удалось распаковать ворота чемпионов ВХЛ в первые 5 минут первого периода. Но соперник не собирался уступать. Высокие скорости, острые атаки, как итог, счет на табло 4-4. Игра выдалась интересной, несмотря на то, что обе команды уже давно закончили активно тренироваться. Поиграли в свое удовольствие, показали хоккей, показали то, что мы можем делать, несмотря на то, что уже долгое время находимся на игровой площадке. Отличный матч, он впервые проводится. Я думаю, войдет в традицию проводить такие матчи каждый год. Команды равные, всех было желание победить, никто уступать не хотел в таком матче памятном. Это первый подобный матч в области, и, как уверяют организаторы, он станет традиционным. Матч звезд – это своеобразная дань уважения тем командам, которые стали победителями и доказали, что они сильнейшие. Несмотря на то, что в областных первенствах играют любители, зачастую именно они становятся флагманами региона, и на них равняется подрастающее поколение спортсменов. И детям есть на что равняться, к чему стремиться. Это очень важно. И мы очень рады, что команда «Саров» вернулась в первенство в области, а на следующий год она будет в чемпионате уже выступать по высшей лиге. И я считаю, что она очень, эта команда достойная и поборется еще, наверное, за медали. Сразу после игры всех участников чемпионатов и первенств ждали на торжественной церемонии награждения. Медали и кубки вручали лучшим детским, юниорским и мужским командам сезона. Среди мужчин соревнования стали намного интереснее, намного профессиональнее с приходом новых команд, с приходом новых игроков команды. Очень приятно, что хоккей не останавливается на месте, хоккей развивается и развивается широкими шагами. Также организаторы подготовили и индивидуальные награды. Тренер хоккейного клуба «Саров Инвест» Сергей Кулюбакин стал лучшим тренером мужских команд, а саровчанин Сергей Еремеев – лучшим защитником первенства первой лиги. Это очень приятно, во-первых, то, что тебя выделили, ну, заметили.
Но это будет очень почетно. Областной хоккейный сезон 2017-2018 официально закрыт. И теперь ребят ждет отдых. Но продлится он недолго, потому что в новом сезоне в планах у хоккейного клуба «Саровинвест» участие в первенстве высшей лиги области. Мария Яруинч, Артем Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Однажды в редакцию газеты «Пионерская правда» пришел легендарный советский вратарь Лев Яшин. В разговоре с журналистами он поделился своей давней идеей – объединить детские дворовые команды и проводить турниры и первенства. Это было больше полувека назад, в далеком ныне 64-м. Идея не просто взлетела, а выстрелила, как ядро из пушки самого крупного калибра. За право принять участие в первых всесоюзных соревнованиях, которые решили назвать «Кожаный мяч», боролись больше 3 миллионов ребят. Только вдумайтесь в эту цифру. Сейчас масштабы поскромнее, но сам факт того, что до сих пор есть люди, которые верят в российский футбол и делают все для того, чтобы он не просто существовал, а развивался, обнадеживает. О том, как прошел городской этап кожаного мяча в этом году, расскажем далее. С инициативой проведения первого в Советском Союзе массового соревнования среди детских дворовых команд выступил легендарный вратарь Лев Яшин. Тогда за победу боролись около 170 тысяч сборных и почти 3 миллиона юных футболистов со всего СССР. Великий футбол начинается с малого шажка, с детского футбола. Поэтому детский футбол нельзя выкидывать из всей системы подготовки футболистов. Среди тех, кто вручал награды юным футболистам, были победители соревнований «Кожаный мяч» прошлых лет. Владимир Рыбаков вместе со своей командой поднимался на высшую ступень пьедестала почета главного всесоюзного детского футбольного турнира в далеком 67-м году. Первый турнир был в 1964 году. Тогда было очень много команд. Вот на этом поле, где мы сейчас присутствуем, очередь была поиграть. Каждая улица имела по одной, по две, по три команды. И была, значит, очень конкуренция высокая. Главной целью турнира как в советские годы, так и в наше время была и остается популяризация дворового футбола. На городском этапе кожаного мяча в этом году выступили 19 команд. Лучшие из лучших определились после 3 недель соревнований. Футбол – один из самых массовых видов спорта у нас в стране. И на него всегда возлагают большие надежды, ну, пусть пока не совсем оправданные. Но, может быть, из этих детей вырастет кто-то, на кого мы будем смотреть с гордостью. Призеры и победители турнира «Кожаный мяч» получили дипломы и сладкие призы. Все футболисты и гости церемонии награждения смогли пожать руку символу предстоящего чемпионата мира «Волку Забиваки». Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». На минувших выходных в лесу у поселка Сатис прошло открытое первенство в НЕФ по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие 47 человек, в том числе спортсмены из других городов. Для них организаторы подготовили 2 маршрута, преодолеть которые без специальных знаний и смекалки было непросто. О том, как прошло первенство, расскажем в следующем сюжете. А заодно узнаем, по каким ориентирам можно отыскать дорогу в лесу, если вдруг заблудился. В отличие от опытных спортсменов, Ирина Погодина вышла на старт всего 2 раз в жизни. Для себя выбрала короткую дистанцию – 1,5 километра. 20 контрольных точек она прошла меньше, чем за полчаса, и к финишу среди новичков пришла одной из первых. Трасса мне показалась легкой. Но сначала, конечно, вместе с группой бегала, потом, когда поняла, что могу рассчитывать на свои силы, немного ускорилась и вот прибежала, немного оторвалась от них. Во время забега участникам запрещено пользоваться электронными устройствами с навигацией. Инструменты спортсмена – это карта и компас. Определить стороны света, взять азимут и бегом через овраги, поваленные деревья и небольшие болота. Находясь в лесу, главное помнить несколько простых правил. Уметь находить азимут. Так, знать хотя бы самые банальные ориентиры, тропинки, леса и все остальное, что означает на карте, и боевой настрой. Чтобы участникам, особенно заядлым спортсменам, на соревнования было интересно, организаторам приходится каждый раз не просто искать новое место, но и самостоятельно рисовать карту, практически живя в лесу. Выбираем более-менее такой район, чтобы было там и не очень сильно развита дорожная сеть, с одной стороны, с другой стороны, чтобы был рельеф. И с третьей стороны, чтобы было поменьше болот, воды, ну, чтобы не топить людей. В этот раз Сергею Егоршину пришлось провести в лесу почти неделю, но оно того стоило. Прошли соревнования на позитивной волне и под девизом «Сколько человек в лес вошло, столько же должно из него выйти». Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. На этом все. Удачи, до свидания.